Полтавської області, степи. І я хочу розказати, що я отримала на Encounter. В своєму житті до Encounter я відчувала себе як в якомусь як в коконі. Я не могла прорватися, мені от, як будь-то би що-то мене як зв'язувало. І коли ми проходили по анкеті, я відчувала з кожним пунктом, як будь-то би що-то заміна відбувається. І моє життя наповнялось просто з кожним пунктом, як радість більше і більше наповняла мене. Я просто чувствувала реально просто заміну в своєму житті. І коли вже був останній пункт, я відчула себе настільки легкою, настільки свободною, я просто як ходила як по хмаринках, мені так було добре. І оскільки я довгий час ходила в різні церкви, і я знала Бога суддю. Нам постійно говорили, що Бог, він караючий, він за маліші проступки. І я знала Бога любові. Я стільки пережила. Спасибо. Мене зовут Алюна, я з Білої церкви, Київської області. Це не перший encounter у мене. Вы знаете, сложились какие-то определенные стереотипы. И мы сюда приехали с мужем для того, чтобы действительно пройти encounter и познать Бога еще больше, еще глубже, познать Его любовь, познать Его сердце. И вы знаете, когда-то в определенный момент на служении мне Бог показал, что у меня есть рамки. Просто обыкновенно такая рамка. Я увидела видение, обыкновенная рамка. И я понимала, что эти рамки, они не дают мне двигаться, они не дают мне взлететь, они не дают мне осознать что-то такое, что Бог мне дает, а я не могу принять. Вы знаете, и когда-то в определенный момент я вот увидела вот эту рамку, да, что боковые стороны, они просто упали. Но у меня остались верхняя и нижняя часть рамки. Это было такое видение у меня. И я постоянно просила Господа, что Господь, разбей это. Просто разбей мои мозги по запчастям, промой и сложи так, как это должно быть. И вы знаете, первый день, второй день, а я чувствую, у меня что-то ломается, я чувствую, что-то у меня происходит. Вы знаете, я не скажу, что я видела такое, ах, такая эйфория, такое что-то. Нет, я просто чувствовала, что какие-то твердыни рушатся. И вы знаете, сегодня у меня так ясно меня посетило видение. Я увидела валуны, камни, просто отточенные камни. Они вот так с одной стороны идут горкой, ну, один на один и там такой вот. Так как-то. И вы знаете, такое грозное небо, черные тучи, и оттуда такие яростные удары молнии. И я это видела два раза. Конкретно молнии бьют просто по этим валунам, и они разбиваются. И тогда, когда я увидела вот третий раз, эти валуны, они полностью рассыпались в пыль. И тогда, когда Виталик говорил, вот, ветер перемен, да, ветер. Я реально, я перед этим увидела ветер, и эта пыль, ветер раздувает эту пыль. И я смотрю, просто для меня это было такое откровение, я не знаю, даже просто не знаю, как это назвать, я просто сейчас как бы от волнения не готова слова подбирать. И вы знаете, я просто увидела, что Бог действительно ответил мне именно в мое сердце, ответил и сказал то, что для меня это была необходимость. Виталик не знал, что у меня там, как у меня.
Но он именно начал молиться о ветре перемен и создал этот ветер. Бог знал. Все, спасибо большое. Я хочу поблагодарить команду, хочу поблагодарить всех, кто служил, кто трудился, кто устроил нам этот праздник, встречу с Господом. Это была действительно встреча с Господом. Мы действительно благодарны. Я скажу от всех, можно? Мы действительно вам благодарны. Спасибо вам огромное. Спасибо Господу за вас. Слава Господу. Аминь. Меня зовут Андрей, Белая Церковь. Знаете, раньше свидетельства были такие всякие неоднообразные. Бог дал там машину, квартиру, все остальное. Какая-то чушь. Не знаю, чушь. Для меня это чушь. Может, я вырос, но немножко. То, что я получил с исцеления, это 100%. Я знал, что я получу его. У меня болели суставы, колени. Она просто исчезла сразу, когда я туда зашел. Не было даже мли. Бог делал чудеса. Да, аминь. Но Бог сегодня делал другое чудо. Он уничтожил и выбил из-под меня идола. Знаете, получалось по жизни то, что конь один, а я только меняю седло. Красное на черное, черное на белое. Сегодня этот конь разрушился. Я хотел встречи с Богом. Но для меня сегодня казалось это мало. Я сегодня получил его боль. Для меня вот это посвящение. Честно, ребята, когда его не несли, я уже знал, что это написано. Я нигде его не читал. Я просто знал. И честно говоря, я очень долго думал его подписывать. Для меня это очень серьезно. Я перечеркиваю сегодняшний день ту жизнь, которую я вел. Мне реально сегодня поменялись мозги. Я почувствовал, как с меня выходит вот это то, что было во мне когда-то. Мне сильно болела голова. Я принял сегодня Иисуса, но с болью. А боль – это любовь. Боль – это жизнь. Без этой боли я не могу жить. Я благодарю Бога за то, что Он показал нам это место, показал нам эту церковь, показал нам этих ребят, которые действительно на что. Они отдаются полностью. Они отдаются полностью, чтобы мы узнали и познали Бога, чтобы мы узнали истину. Благослови его, ребята. Знаете, как раньше говорили? Так держи. Если честно, я других вас не хочу видеть даже. Я вас не знаю. Спасибо Богу за вас. Что-то вот мы с супругой слушали очень много свидетельств. Ребята, я такой на инкауте первый слышу, что люди все встретили с Богом. Знаете, свидетельство. Я освобожден, я исцелен. У меня на суде там суд закрылся. У меня статьи больше нет. А мне с банка перезвонили, что долго больше нет. У меня все хорошо. У меня сестра покаялась.
брат покаялся. И очень редко, я же вспоминал, очень редко я слышал слово о Боге. Что я встретился с Богом. Очень редко. Если честно, у супруга было страшно. Мы решили сами встретиться с Богом. Я вам скажу, что если ты пойдешь, я за тобой пойду. Если ты будешь сидеть, все будут сидеть. Давайте идти. За вами будут люди идти. Честно. Вот эти свидетельства. Они даже не здесь были. Свои свидетельства. Люди просто будут освобождаться, честно будут падать за вами. Они будут сами исцеляться и даже исцелят меня. Потому что это от сердца, честно сказать, от сердца. Я это слышу от сердца. Я хочу, чтобы те люди, которые ехали на энкаунтер, они просто кричали от этой жажды, чтобы встретиться с Богом. Это классно. Спасибо вам. Спасибо Богу, что здесь рядом с нами. Аминь. Все, аминь. Ну я не знаю, я сюда как зашел с первого дня, в соплях, в слезах, тут до последнего, короче. Вот это вот у меня такие ощущения, что слезы, я не знаю, что Бог вообще со мной делает, непонятно. Но я понял одно, что я здесь встретил не только Бога, но и свою семью. Получил крещение Духом Святым. И мне сейчас до сих пор трудно говорить, у меня опять сопли наворачиваются. Записался на энкаутер, тому що дійсно хотів зустрічі з Богом. Хотів цілі для життя. Тому що до цього жив часто в депресіях. І взагалі у мене таке було відчуття, я не бачу майбутнього, як в сирій хмарі був. От. Часто депресії даже не ходили. От. Прийшов сюди, зразу відчув присутність Божого. Дійсно, зразу сльози на очі вийшли. І таке відчуття дійсно незвичайне. Дійсно почав, отримав звільнення від себе. І побачив дійсно, що Бог люблячий, Він простив мене від цього. Я відчув легкість в душі, світло в душі. І дійсно, що Бог мене любить, Він мене благословляє. Почав давати нові відкриття, навіть коли я їм нові відкриття приходять. І я знаю, що це буде продовжуватись. Тому що я відчуваю, що це тільки початок. Знаю, що Бог буде мене вести далі. Я дякую Богу за те, що відбулося тут. На мене все стало як рідні. Дуже дякую команді за все. І слава Богу. Мене звати Юрій. Я з міста Черкас. Обычно мене в своє время називали чудний парень. Чому? Тому що мені не було такого дня і такого моменту, щоб я людям не свідчував о живому Богу. Вони так поражались, говорять, як так? Я говорю, дуже просто. И высказывал все, что в моей жизни делал Бог. Он действительно делал, и они всегда говорили, да, это мог сделать не человек, а это мог сделать Бог. Прошел определенный период, я вроде как подошел, не посещал церковь, я не читал ни Библию, ничего. Вот. Но потом, чисто случайно, просил у Бога помощи, он мне показал место. Говорит, в городе Черкасов, не надо тебе никуда ехать. Ни в Прибалтику, ни в Германию, ни в Америку. Будет проводиться энкаутер. Я нашел это место. И это называется церковь, Бог, жизнь с Богом. Мне так приятно, что я здесь много встретил тех знакомых людей, которые, может, не знали когда-то меня, но зато почему-то знал их я. Мне приятно, что я нахожусь среди своих братьев и сестер. Мне очень хорошо здесь, мне здесь классно. Вот. Я знаю, что свидетельства мои все впереди. Я, наверное, один из тех, которого энкаунтер догонит после энкаунтера. Но я знаю, что он догонит. Почему? Потому что я нахожусь в нужное время, в нужном месте, среди нужных, как говорится,
людей, которые также будут проявлять и действовать на меня, как я буду проявлять и действовать на той территории, где я буду находиться. Мы во Христе, мы одно творение, у нас один Дух, один Отец, который нас ведет, который нас направляет, и Он ведет всех нас к победе и на небеса, в Царство Небесное. Я в это так верю, что у меня эту веру практически невозможно не убить, нет, я не знаю, кто бы ни пытался, каким бы я ни встречался с трудностями, как бы мне вот там ни корежил, я всегда людям спокойно говорю, люди, я спасен, люди, у меня есть вера, и это Божий дар, который дал мне по благодати. Ее у меня не отнять, не украсть, не... я не знаю, вы что со мной угодно делаете, но Иисус живой, и Он воскрес. Аминь. Я этому очень рад, что у меня есть такой отец, у меня есть такой брат чудный, у меня есть все возможности и желание познать Бога гораздо больше, чем я знаю, иметь с Ним общение, жить этой жизнью, которая дана мне во Христе Иисусе. Большое спасибо за вас. Я Ольга из Черкас. Чудо було те, що я сюди попала. В моєму житті трапилося так, що я бачила один попіл і нічого більше. Але ви знаєте, Бог є. Тут на енкаунтері він дав мені спочатку ім'я, нове ім'я. Я не змогла зрозуміти, до чого це ім'я. І сьогодні в останній день Бог мені розтлумачив це ім'я. Крім того, я побачила в своєму житті не попіл. Я побачила Ісуса, який стоїть біля мене. І із цього попілу, із цієї золи, знову уявився маленький-маленький паросточок. Бог оживив ті мертві кості, ті мертві кістки, які були раніше, які були сухі. Ви знаєте, Бог мені на енкаунтері дав можливість почути його біль, яка в його серці. Сьогодні зранку я це відчула. Я питала, Боже, навіщо ти мені даєш таке покликання? Сьогодні зранку я почула, що я повинна робити в своєму житті. Бог любить всіх людей. Бог любить навіть наших ворогів. Ви не представляєте, як Він їх любить. І кров Його пролилася за них теж, не тільки за нас, за них теж. Ви знаєте, в моєму житті так трапилося, що ніби сьогодні в мене виникло якесь таке полегшення, я стала вільною. Хоча я довго молилася, Бог звільнював мене там від одного, від іншого, від... і ще може від чогось. Але сьогодні зранку я відчула, що я вільна. Я знову почала радуватись так, як я раділа дуже давно. Цієї радості в мене не було протягом 10 років. Люди, це страшно. Але коли Бог є, повірте, ця радість приходить. І сьогодні у мене сльози радості від того, що знову Бог з'явився в моєму житті. Слава Богу, а команді спасибі. Ви знаєте, ну от сьогодні починається моє християнське життя. Слава Богу. Я 8 років віруюча. Але всі ці 8 років мене, я знала, що є Бог, я знала, що Він мене любить, це я 100% знала, бо я була в шокі від того, що я робила, і от як Він мене любить. І я це розуміла. Але в мене жаги такої не було по Богу. Мене постійно чоловік кудись тіг. Мене постійно брати, сестри тягли кудись, по церквах, по служіннях. Да. І найбільша моя проблема була, що я не могла говорити людям про Бога. Я от пробувала, я говорила щось із свого розуму, але це не йшло з моєї душі, з мого серця. Я не знала Бога, як я могла людям говорити про Бога.
Я пробувала, в мене нічого не вийшло. От я думала, це, ну, мені треба освобождення, щоб я могла говорити, щоб я, ну, ми проходила освобождення, ну, все, я не знаю, от хочу, говорю, ну, бачу, що я говорю, наче це не мої слова, наче хто зна що. І сьогодні я зрозуміла, слава Богу, що я не говорила про Бога людям. Сьогодні це Бог, він мені сьогодні сказав, що це я закривав твої уста, щоб ти нічого не говорила, бо ти не знала мене. Я сьогодні в шокі була, я каяла, що я тягла своїх дітей непонятно куди. Я їм розказувала, я, ну це було, це, ну я не знаю, це... У мене просто слів зараз немає, але Бог мені показав, що Він дасть мені слова, Він дасть слова, наповнені вогнем, але щоб я була обережна з цими словами. Я так хвилююся, моє життя з Богом тільки починається.